Всем привет! Сегодня показываю китайские шелковые куры. Вот так вот сблизи. Очень интересные, красивые, такие необычные. Шелковые их называют, потому что у них нет такого пера, вот как вот у нас у кур. А у них вот такие вот шерсть. Вот такие шерстяные курочки. Вот такое нежное перо. Вот хвостик такой пушистый. Куры, у кур черная кожа, вот даже видно вот вокруг глаз черная кожа, хохолок. Хохолок сейчас небольшой, куры сейчас линяют, и вот даже вот видно вот, что такое вот растет вот такие вот, как стержни еще. Борода у таких курочек, и вот такой окрас очень интересный. Вот такой окрас, вот как зверек. Очень интересный окрас. Видите, такого вот цвет, очень интересный цвет. Вот как зверек какой-то, даже вот не знаешь, как назвать, вот такой вот серый. Как какой-то зверек. Черная кожа, черное мясо у таких кур. Шелковый у меня стандарт. Курочка около 900 грамм, петушки около килограмма. Мясо черное, кожа черная, но яйцо белого цвета. Ну, чуть-чуть кремовые некоторые курочки несут. 100-120 яиц такая курочка снесет за сезон. Очень хорошие мамочки, спокойные. Вот высиживают, отлично высиживают яйцо. Вот как вот мамочки, вот для фазанов, например, фазанов, если разводить фазана, вот яйцо фазана очень хорошо ставить под шелковые курочки. Они спокойные, не прыгают, ничего, не душат птенцов. Отличные породы, как мамочки. Ну, такая вот прикольная курочка. Всем пока.